Друзья, всем привет! Меня зовут Владислав Бермуда, и этот курс я снимаю специально для компании Global Intellect Service, разработчик платформы UDS. В нем мы полностью будем разбирать кросс-маркетинг, как он есть, как его понимают, каким он должен быть. Потому что все-таки в наших в основном головах, исходя из прошлого опыта, обычно кросс-маркетинг ассоциируется с тем, что приходишь в какой-то магазин и получаешь купон на скидку у соседа. И если вы провести опросы, то, наверное, у 70% людей примерно вот такое вот представление. В этом курсе я буду говорить совершенно о новом кросс-маркетинге, о современном, о том, который работает сейчас и который вы уже сегодня можете применить в своем бизнесе при общении со своими партнерами и сможете получить результаты, не создавая какие-то рекламные маркетинговые кампании это в течение там, полугода, а можно взять, разработать схему, внедрить, подкорректировать и получить результат. И мы будем об этом говорить. Что же такое вообще кросс-маркетинг? Я считаю, что он состоит из двух вещей. Первое – это закон богатства. Закон богатства звучит следующим образом. Для того, чтобы что-то получить, сначала отдай. То есть, с одной стороны, партнер думает, какой продукт или услугу он может подарить, как подарок. Очень много товаров и услуг, себестоимость их меньше, чем стоимость потенциального клиента. Именно поэтому это очень выгодно. В роликах мы будем разбирать, какие продукты наиболее выгодны для того, чтобы использовать в своих вот этих вот кросс-маркетинговых стратегиях. Мы будем разбирать, какие услуги можно предоставлять, чтобы тот лид, который пришел в магазин или там, будь то салон красоты или без разницы, какой-то бизнес, ресторан, неважно, чтобы он стоил максимально дешево, чтобы он стоил дешевле, чем стоимость рекламной кампании, чтобы дешевле, чем стоимость лида, который затрачивается на тот же самый интернет-маркетинг, там, директ, e-mail, таргет, все что угодно. Мы будем оценивать, чем он интереснее, сам кросс-маркетинг, нежели использовать другие какие-то инструменты. Так вот, состоит из закона богатства и создания добавочной ценности. Что такое добавочная ценность? Это то, что мы прикручиваем сверху продукта, за счет которого люди хотят его покупать гораздо больше. Как вы помните, да, из моих кейсов, как я продаю книжки по 5000 рублей? Очень просто, в 8 раз дороже рынка. Просто прикрутив те продукты и услуги, которые нужны предпринимателям, и создал ценность на 50 тысяч рублей. Вы многие сейчас подумаете, фантастика. Посмотришь дальше ролики и поймешь, что это более чем реально. Когда ты к своему продукту прикручиваешь что-то сверху, и ценность твоего продукта становится в десятки выше. И тогда не надо будет давать скидок, не надо будет думать о том, как сделать дешевле, чем у соседа. А можно продавать гораздо дороже. И мы будем разбирать, как это сделать в этом курсе. Поэтому смотрите внимательно, изучайте и делайте то, что я вам говорю. Потому что мой опыт, за последний год я проработал более чем с 300 компаний. Из них 23 компании с оборотом от 1 миллиарда рублей. И могу сказать, что те кейсы, которые мы с вами будем разбирать, они более чем рабочие. Но вы должны понять одну маленькую вещь. Что основная ценность этих видео не в том, что я говорю, а в том, на какие мысли эти ролики вас наведут. О том, на какие мысли вас наведут те идеи, которые я буду излагать. Те кейсы, о которых я буду рассказывать. И вы их сможете как технологии уже применять у себя. Поэтому до встречи и спасибо за внимание.